В Башкирии уничтожили все поголовье скота, заразившегося ящером. Официальное снятие карантина сегодня. Всего кремировали около 1700 голов скота. Как сообщает Сапкор, на последствия ликвидации вспышки ящера в республике потратят около 60 миллионов рублей. Почти 30 миллионов уйдет на выплаты сельчанам за потерю заболевшего скота. Около 8,5 миллионов рублей отдадут фермерам, также лишившимся животных. Оставшаяся часть суммы пойдет на косвенные расходы, связанные с объявлением карантина. На данный момент в республике зараженного скота нет. По мнению экспертов, вирус попал в республику из Средней Азии вместе с мелким рогатым скотом. Последний раз на территории региона ящер был зарегистрирован в 1977 году. Вакцинация животных от этого заболевания не была предусмотрена, потому что Башкортостан не находится в буферной зоне с регионами, где в последние два года была вспышка опасной болезни. Напомню, о вспышке болезни животных в Туймазинском и Буздякском районах республики стало известно 5 октября.